В Ливане выпустили самое дорогое в мире мыло. Такой кусочек весом 160 граммов стоит 2800 долларов. На первый взгляд, это самое обычное ливанское оливковое мыло и пахнет так же. Однако оно содержит алмазную и золотую пудру по 5 и 17 граммов соответственно. Называется мыло «Катер» и производится вручную в семейной лаборатории одного из местных частных предпринимателей. С таким мылом принятие душа превращается из повседневной рутины необходимости в удовольствие. Это не просто самое дорогое мыло в мире, сделанное из золота и бриллиантов. Это действительно нечто особенное и по-особому действует на человека психологически и духовно. Производитель уверяет, что несмотря на содержание таких твердых частиц, для кожи это мыло очень полезно. Наряду с драгоценными составляющими оно также содержит 11 видов ценных растительных экстрактов и эфирных масел. Семья Хасоунов занимается производством мыла уже более 500 лет. Их предки начали этот бизнес в 1480 году, и с тех пор секреты передаются из поколения в поколение. Новое драгоценное мыло придумали в качестве подарка для первой леди Катера, а также чтобы повысить имидж Ливана в глазах мировой общественности. Некоторые люди, не ливанцы, думают, что Ливан — это только война и другие подобные проблемы. Поэтому у нас возникла такая идея — сделать лучшее и самое дорогое мыло в мире, чтобы показать другой Ливан. Ливан — страна, где делают нечто уникальное. Так люди могут узнать, что в Ливане много вещей ручной работы, прекрасных вещей. На выставке роскошных товаров в Дохе в прошлом году это мыло стало настоящей сенсацией. Производитель планирует подать заявку на внесение его в Книгу рекордов Гиннесса.